Всемку. Кукусь, ребят. Ну что, продолжаем продолжать. Так, кто мне напомнит, на чем мы остановились, так как я уже где-то месяц не заходил в эту игру. Что нам нужно? Так, сейчас как раз заодно проверим, будет ли оно лагать. Да, что-то вижу, подтормаживает немножко. Не знаю, что за переходы такие здесь. Ладно, посмотрим. Если очень будет сильно лагать, то, в принципе, на этом крице и закончим продолжение. Так, это шкатулка Марты. В ней может быть то, что поможет выяснить, что случилось. В смысле, что случилось? Она утонула. Присодержу в курсе. Марта утонула. Так, что у нас? 18. 18 июля. Угу. Уже полдесятого. Главное, что не полшестого. А полдесятого еще, в принципе, нормально. Так, кто ты? Черт возьми, если мама увидит эту картинку, она точно ее выбросит. Это мы с Лапо. Угу, понял. Это она с Лапо. Коллекция бабочек. Ее для меня собрала... Собрала Марта или Лапа. Кто там собрал? Я так и не успел прочитать. Ну ладно. Кто-то, как говорится, нам собрал. Так. Мне нравится, что книги и игры в моё детство еще до сих пор здесь. Хорошо. Так. Что это? Я всегда держу свою шкатулку закрытой. Угу. Окей. Ладно. Идем отсюда. Но. Все необходимое у меня в сумке. Так, Б открыть сумочку. Вы открыли сумку Джулии. В ней хранятся вещи, которые Джулия всегда носит с собой. А также любые подобранные в игре предметы. Ага. Окей. Так, ключ от шкатулки. Давай попробуем. Всем-всем откройся. Так, мой дневник. Только не решим, мы сейчас читать будем это опять все. Ну не, ну пожалуйста. Так, 12 июля 44 год. Это новый дневник. Мы сегодня переехали, а старое я забыла дома. Но это пустяк. Новая глава в моей жизни. Новый дневник. Говорят, что нас сюда привезли для нашей же безопасности из-за папы. Войны. Все в таком духе. Она не оставила на нам свой дом. Так, странное чувство вернуться года спустя. Это одна из нелогичных частных моментов. Вспоминаю, бла-бла-бла. Так. Все, тихо. Так, есть в лесах нечто жуткое. Каждый раз на озере у меня возникает непонятное чувство. Может, это мой разум надо мной подшучивает из-за легенды. Возникает странное ощущение. Сначала кажется, будто рядом кто-то есть. А потом, что я схожу с ума. Однако, как еще делать фотографии? Схожу с ума я или нет? Мне не страшно. Напротив, я возбуждена. Мне договорилась с Мартой. Завтра она подойдет со мной на озеро. Поможет установить фотоаппарат из таймера. Посмотрим, что нам удастся сфоткать. Но сначала... Сначала. Хорошо. Но сначала мы идем с вами, я так понял, одеваться, правильно? Мы же в пижаме. Да, мы походу в пижаме. Так, давайте одеваться и давайте выходить отсюда. Так, я хочу одеть Марты вещи, они находятся в другом шкафу, хорошо. Давайте оденем. Ну? Одежда Марты. Когда я ношу, то кажется, что она со мной. Мама тоже была рада увидеть эту одежду. Так. Что мы оденем с вами? Давайте вот эту белую курточку. Так, да, Эрих. Сейчас подойду, позову Марту к ужину. Да, хорошо. Но вряд ли ей стоит спать
не напролет, как считаешь? Так, давай подслушаем. What should you say? Ладно, ладно, не буду ее будить. Просто свет у нее включу. Когда проснется, то поймет, что внизу ее ждет завтрак, да? Они действительно применяют за Марту. Хорошо, нельзя болтать много, окей. Это я с няней. Или это Марта. Уже никто не помнит. Ну и... неважно, правильно? Правильно, так. Давай, пошли отсюда. Hello? Так, тут закрыто. Я так понимаю, нам нужно будет с вами что-то обыскать, да? Так, а давай посмотрим, что у нас тут есть. Сумка, карта. Ага, вот мы с вами. Джулия. Что нам нужно делать? Цели. Так, думаю, мне стоит вставить одну из своих фотографий в эту рамку. Я всегда обещала Марте сделать это, но в итоге так и не нашла время. Ведь ей бы очень понравилось. Ага. Так, ну ладно. Идемте смотреть. Снег так прекрасен. К сожалению, здесь он идет редко. Классно тебе. Прикольная фотография. Либо картинка. Так. Hello. Shift, чтобы бежать. Уиу! Давайте побегаем. А что тут еще делать в этой лагающей игре? Уиу! Блин, а нельзя было как-то плавнее сделать переход? Вот смотри, когда я кручу, оно только щелк, опа, и переключило, да? Резко так. Передернуло. Нельзя было плавнее это все сделать, не? Или скажи, зачем? Что такое оптимизация, да, в этой игре? Если бы кто-то узнал бы. Так, все, идем. Идем дальше. Так, hello. Закрыто. Странно, зачем закрывать мою комнату? Так. А у нас ключика нет, случайно? Не, у нас ключика нет. Так, кто тут шумит? Поспать не даете. Завтрак Марты готов. Да-да, уже поздно. Так, оставил Марте газету, знаешь, как она любит их читать. Да, Ирен, она же на столе. И видишь, что ли? А фотоаппарат? Оставляешь его здесь. Да, Ирена, может здесь его на пару дней оставить. Не возвращаешь? Я хотел от ее Джулии. Чуть позже заберу, обещаю. Слишком грустно от мысли, что нужно его убрать. Видите, вот тут словно, не знаю, как объяснить. Ладно, ладно, идем уже. У нас много дел. Трещать без умолку мы не можем себе позволить. Но папа правильно сказал. Марта постоянно читает, поэтому вместо нее газету буду читать я. Так, подготовка к похоронам занимает много времени, еще и война все усложняет. Я редко буду их видеть следующие несколько дней. Так. Так, я люблю, чтобы фотоаппарат... Так, что тут отец оставил на столе? Может, буду идти. Угу. Киюшки. Очень, конечно, интересно, но... ничего не понятно. Да, давай весь текст еще прочитаем, давай. Жесткое убийство в Сан-Кашано. Джулия Кей, юная девушка из уважаемой семьи, зверски убита далеко от своего дома. Так, карабинеры проводят расследование. Возможен политический мотив. Марту убили не политики и не война. Ее убило нечто гораздо более близкое к менее очевидное. Я узнаю правду. Я не хочу это читать.
хочу я. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense. Так, за 24 часа было сбито 159 самолетов. Конечно, очень интересно, ребят, но не спасибо. Но не спасибо. Так, где мой завтрак, алё? Типа яблоки ешь или что? О, записка. Так, дай сюда. Дай. Алё. Шоколад. В наши дни привилегия немногих. А вот и фотоаппарат. Для Джулии, чтобы было как можно больше фотографий. Папа. Окей, ну окей. Надо сделать фотографию, чтобы понять, работает он или нет. Можно заснять воробья. Их здесь так много. Так, воробья, конечно, хорошо. Так, перед домом я всегда оставляю. А можно ли мне что-то перекусить? Хлеб, масло, мармелад и кофе. Обычный завтрак Марты. Я приготовил молоко с медом, но нужно подстраиваться под ее вкус. Окей, окей. Будем ли мы с вами дом шуршать или нет? Так, наши виноградники. Наши виноградники. Так, я любила смотреть, как няня готовит. Я всегда узнавала кучу кулинарных хитростей. Понял, нас тут не накормят. Ладно, ладно. Придется словить воробья и сожрать его. Хотя да, извиняюсь, капитана воробья. Так, нам нужно подойти куда-то. Лимоны, да? Дерево с лимонами, прикольно. Подойти куда-то и сфотографировать воробья. Так, давайте нажмем на B и посмотрим на карту. Ага, вот сюда, да? Да, правильно. Так, стоять. Нажать на B и нажать на фотоаппарат. Так, вы собираетесь воспользоваться фотоаппаратом Джули. Хорошо. Да. Так, при держании камеры ключевые объекты для съемки будут отмечены особенным значком. Вот таким. Хорошо. Нажми E, чтобы осмотреть фотоаппарат и доступные вспомогательные приспособления для него. Окей, нет разблокированных снимков. Так, похоже, вы готовы сделать первую фотографию для успешной симуляции изображения. Просмотр сразу отображается, бла-бла-бла, сильно много текста. Так, RFR. Ля, как мало. Да ты шо, это вообще. Вот это я молодец. Так, все, тихо-тихо-тихо, воробушка, не пугайтесь, пожалуйста. Так, фото с хорошим освещением. Все? Ну? Что нужно? Контур. Выдержка. Контур. Так, закрыв окно фотоаппарат, нажмите Space, чтобы начать съемку. Кого, чего, кто, где, кого. Так, воспроизвел снимок, на котором один из ключевых элементов сюжета изображен некорректно. Это может помешать добиться прогресса по сюжету. Продолжить? Нет. Нет, 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 нет. Так, выдержка. Я не знаю, что происходит. Что-то происходит. Фокус. Так, ребят, куда крутить, скажите, пожалуйста. Фокус. Фокус, фокус. Т.
Так, фото с хорошим освещением. Все? Правильно? Ой, все. Короче, да, поздравляю. Вы сделали первую фотографию. Я так и не понял, что делать, короче. Ну, все, все, сделаем. Выйти сюда. Как выйти? Как выйти? Все, ура. Ура, мы сфотографили воробушка. А может ближе просто подойти к нему? Может попробовать ближе к нему просто подойти? И оно будет чуть-чуть видно. Ну. Ну все. Так, давай-ка сюда. Вот, вот так. И давай-ка укус. Вот это я не могу понять. Фото с хорошим освещением. Оно, типа, мне надо сделать с хорошим освещением? Или оно и так с хорошим освещением? Или что оно? Или кто? Или кого? Алло. Да, побороть и сфотографировать на улице, чтобы проверить фотоаппарат. Ничего не понимаю, что нужно делать. Алло. Алло, игра. Ну, вроде ж красиво все, или нет? Или некрасиво? Привет, воробушка. Ну, мы еще раз попробуем, хорошо. Ну вот, что, его плохо видно или что, можно сказать? Это нормально тебя видно? Ой, все, до побачення. Короче, сделай вид, что мы что-то сделали. Все, идем. Куда мы идем? Куда-то мы идем. А, на велосипед. Не, ребят, это будет, короче, вторая и последняя серия. Так, на велосипеде Джули можно быстро добраться в нужное место. Хорошо. Так, мой велосипед. Колесо, как обычно, сдувается. Так, но насос решит эту проблему. Только не решим мы сейчас с тобой насос будем искать, да? Понял, у нас с тобой не было насоса в сумке, случайно. Так, что это? Проба фотоаппарата. Что-то непонятно, короче. Ладно, давайте попробуем найти насос, наверное. И на этом мы и закончим. Я думаю, в принципе, сколько тут прошло уже? 18 минут. Ну да, по большому счету. 20 минут ролика ни о чем. Это достойно лайка, так что, ребят, не забывайте. Ставить крест, лайкосики, подписываться на канал. Не знаю, нужно будет поискать что-то более, во-первых, оптимизированней, наверное. А во-вторых, это более интересней. Не знаю, может, мне надо было не самого воробья сфотографировать, а типа рядом с ним потом встать, поставить типа это, как его таймер, и чтобы нас щелкнуло вместе. Возможно. Возможно и нет. Возможно, я схожу с ума. Так, что там? Так, нам так повезло. В эти простые времена кладовые пустые, люди голодают. Но если твой папа немецкий генерал, еды сюда хватает. Най. О, бонжур. Так, дай сюда. Ложи в сумочку. Так, они немного мне пригодится, согласен. Так, отлично. Теперь берем эту штуку. Мамина швейная машинка. Она научилась шить сама. Потому кто не смог шить то, что ей там что-то кого-то. Так, мамина лекарство. Она, правда, ей помогает? Я вижу, какое мамы там лекарство. Ведро стоит, да? Где-то бутылка пустая. Фольга разбросанная.
Маме на лекарство. Ну-ну. Лорензини Хабадашин. Так, 5 метров серой хлопчатобумажной ткани, 6 метров белой льняной ткани, 4 метра зеленого атласа. Угу. 6987. Надеюсь, мне не надо было запоминать. Надо было запоминать это число, потому что на число у меня, конечно, память еще та. Так, давайте проявлять пленку, правильно я понимаю? Да, сейчас мы будем. Здесь у папы была проявочная комната. Из своей работы он больше не фотографирует, но фотографии по-прежнему остаются его истинной страстью. Так, давай смотреть, что мы там нафотографировали. Та ты шо ля, вообще. Так, чтобы проявить фотографию, сначала нужно воспользоваться фотоувеличителем. Это оптический инструмент, который позволяет обрабатывать фотобумагу. Так, ребят, сейчас после игры я смогу обрабатывать, управлять фотографией. Забью на эти, кажется, стримы и видосы, буду зарабатывать фотографом. Так, выберите фотографию, которую хотите распечатать. Так, вот эту вот давайте проявить это фото. Фотоувеличитель позволяет еще больше изменять фотографии. Благодаря ему можно выбрать, какую часть снимка хотите напечатать. Кроме того, можно настроить фокус. Фокус, хорошо. Так, перемещайте фотобумагу с помощью клавиши движения. Окей. Так, совпадение трех кругов означает, что фото находится в фокусе. Угу. Хорошо. Все? Так. Что от меня хотят? Так, 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 двигать туда-сюда, кого сюда, туда. Вот она что, Михалыч. Все, могу? Не могу. Мне нужно, чтобы оно совпало, правильно, вот эти? Все. Так, убрав красный фильтр. Фотографию на свете, бла-бла-бла. Да, хочу. Так, поразите фотобумагу в проявитель. На ней появится изображение. Да ты шо? Так, чтобы добиться идеального результата, выньте фотобумагу из проявления, когда таймер находится в зеленой зоне. Вытащите фотографию слишком рано или слишком поздно. Вы испортите, из-за чего придется начинать все заново. Хорошо. А как вытаскивать? Так, хорошо. Нужно будет на зеленый, да, вытащить? 3, 2, 1, бумс. В реальной жизни после поражения в проявитель фотографию промывает, опускает в закрепитель и снова промывает. В целях упрощения дополняет этапы были пропущены. Спасибо, Тигра. Так, теперь у вас есть распечатанная фотография. Ее можно сохранить в альбоме или выбросить. Снимки можно распечатывать сколько угодно. Все снимки доступны для печати в любое время. Так, ты шо? Ля, убрать в альбом. Чпуник. Все, мы умнички, мы справились. Задание, давай смотреть задание. Где-то задание. Алло. Так, журнал цели. Так, думаю, на столе должно быть
Хоть одна. Кто одна? Сделать снимок в саду. Но я сделал. Все? Оно? Не? Алло. Снимок в саду. Так, найди насос. Хорошо. Так, думаю, мне нужно прочесть будет сейчас полностью, понял. Полностью всю газету, да? Правильно понимаю? Или неправильно? Или, как говорится, понимаешь, когда понимаешь. Так, ладно, ребята, я думаю, в принципе, на этом можно серию закончить. Да и, в принципе, прохождение этой игры. Конечно, она прикольная, но нет, будем искать что-то другое. Так что все. Всем мур-мур, всем пока-пока. И, может, если на днях найду что-нибудь поинтереснее, то я вам, как говорится, об этом сообщу. Все, всем пока-пока. И до потом.